Всем привет! Мы решили заснять видео, как ведет себя, ну, прогретый мотор Ветерок 8 с карбюратором от бензопилы Штиль МС 660. 660. У него, дай-ка, модернизированный запуск. Вот сверху приварена гайка, можно то есть шуруповертом, взяв определенную головку, там, на сколько, на 19, что ли, да? 17? 19, да. На 19, и шуруповертом вдруг и завел. Но сейчас будем это делать руками. Двигатель, как я говорил, уже немного прогрели. Ну, как, ну вот, доехали от берега до сюда. Ну, пробуй, заводи. Давай, раз, два, три, раз, два, три. Ну, веревкой плохо, шуруповерта нету. А что ты не газанешь-то? Как будто оборотов мало, ну, топлива мало. Холостой, вернее, такой, как будто маленький. Надо газодунь чуть-чуть. Во, я говорю. И попробуем полный газ на нем сейчас. Как он едет. Вот холостой ход, работа на холостом ходу. Опять что-то настраивать хотел сказать. Это на весь газ? А? На весь газ? Скорость не померить нам, потому что Рома забыл телефон. Он так 8 лошадок, но из-за модернизации в нем сейчас около, ну, 10 лошадок. Плюс-минус там. Ну, короче, мощнее стал, чем... И быстрее едет, чем до этого, чем стандартный ветерок. Лодка длиной 3,90. Два человека на борту и бензин. Счастливый владелец лодочного мотора. На берег, а? Ну, на берег к нам. Куда мы тащимся? Ну вот холостой ход, работа холостого хода. Вот колпак от него.
Все, машин, всем пока-пока-то. Что ты там делаешь? Все, машин, всем пока-пока. Ну, всем пока-пока.